Здравствуйте! Сейчас вашему вниманию будет представлена еще одна моя конкурсная работа в номинации Digital Art. Вторая часть музыкальной радужной коллекции, только на этот раз уже не для малышей, а для школьников. Данная коллекция состоит из 150 золотых ключей и в дополнение к ним 50 таблиц с музыкально-теоретической базой. С помощью данного продукта можно прикасаться к важнейшим структурным элементам музыки в прямом смысле этого слова. Музыкальные звуки, звукоряды, тональности, интервалы и аккорды перестают быть чем-то непонятным и пугающим. Используя различные комбинации данных ключей в процессе обучения, можно с легкостью уловить суть любых музыкальных взаимодействий. Уникальность же этих ключей заключается в том, что к слуховому восприятию музыки подключается визуальное. Работая в паре, эти два мощных канала восприятия дают потрясающие результаты в развитии музыкального слуха. Примечательно еще то, что в процессе создания данных ключей, совсем неожиданно, я сделала для себя маленькое музыкальное открытие. Оказывается, все структурные элементы музыки имеют две важные составляющие. Это непосредственно звучащие звуки и спрятанные между звучащими звуками молчащие звуки. Это, например, как две стороны одной медали, как инь и янь, как день и ночь, или как пирожок с начинкой. Сделав это открытие, я поняла, что именно эти молчащие звуки и являются секретным кодом к запоминанию и пониманию абсолютно любых музыкальных структур. Именно поэтому на каждом ключе, помимо классических теоретических данных, я прописала эти уникальные коды и назвала их кодами тишины, или на английском языке Silence Code. Занимайтесь музыкой с любовью, она принесет вам истинную радость бытия.